Друзья, наш Турсунбек открыл свой бизнес на Байконуре. Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Караганда. За $200 полетели. Простите, почему в Роскосмосе эта услуга стоит $20 миллионов, а у вас всего $200? Я просто без посредников работаю. Я извиняюсь, мы вообще полетим сегодня или нет? Пока ракету полную не наберем, никуда не полетим. А мы в открытый космос будем выходить? А что, полчаса не можешь потерпеть, да? Иди, сходи, до полета успеешь. Я извиняюсь, почему вот эта вот ваша ракета мне напоминает тонированную газель? Это не газель. Что это? Это вот, как это называется? Это вот, есть вот это капсула. Капсула, в которой мы приземлимся. А ракета сгорит в плотных слоях атмосферы. Я же правильно говорю, господин Кабатов. Спасибо. Ладно, там сходишь, хорошо, спасибо. Хорошо, поехали! Может, полетели? Сам Гагарин говорил, поехали!